Михаил, только что позвонили из Ютуба и сказали, чтобы вы немножечко на пару шагов назад отошли, чтобы вы лучше попадали в камеру, а то вы выходите, и ваши поклонники не могут за вами наблюдать. Понял, то есть вот здесь отправная точка. Именно так. Хорошо. Так вот, я бы хотел, как раз выглянуло солнышко, хорошее настроение. Я хочу подарить вам новую песню, которую вы еще не слышали, только сейчас начнет радиостанция крутить. Но сегодня в этом замечательном городе премьера песни «110 ударов в минуту», которую хочу вам подарить. Поэтому танцуем, пляшем, хорошее настроение. Поехали! Поехали, поехали, выше руки, оп! Девочки, гуляйте! То 10 ударов в минуту, как бешеное сердце стучит. Вчера мы сказали друг другу все то, что нельзя говорить. Как быстро кончается воздух, когда не умеешь дышать. Как быстро кончаются чувства, когда не умеешь молчать. Нас с тобой свела с ума эта чудная весна, закружила, растопила нашу боль. Как весенняя река размывает берега, так нежданно разбудила нас любовь. 110 минут до отлета, и мне уже надо бежать. Зачем забываем мы снова о том, что нельзя забывать? Но время летит неизбежно, минуты бегут, как вода. И я улетаю с надеждой, что скоро вернусь навсегда. Нас с тобой свела с ума эта чудная весна, закружила, растопила нашу боль. Как весенняя река размывает берега, так нежданно разбудила нас любовь. Закружила, растопила нашу боль. Как весенняя река размывает берега, так нежданно разбудила нас любовь. Как весенняя река размывает берега, так нежданно разбудила нас любовь. Михаил Михайлов! Спасибо! Спасибо, дорогие друзья! Спасибо!